Неадекватный водитель маршрутного такси решил почувствовать себя Рэмбо. В итоге чуть сам не попрощался с жизнью. Сначала пассажиры жаловались, что водитель маршрута номер 128 оскорблял пассажиров и водителей на дороге. В результате чего произошел конфликт с участником дорожного движения. Маршрутчик заблокировал двери, чтобы не вышли пассажиры. Взял железную арматуру и вылетел на разборке. Но для него драка закончилась потерей сознания. Он получил удар от автомобилиста, которого оскорблял. Он живой хоть, да? Отставайте. Очевидцы привели маршрутчика в чувство, после чего он дальше отправился в рейс. Вызывать полицию никто не стал.